Известная всем казахская мелодия звучит в исполнении учащихся Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления. Больше 40 школьников в одном из торговых центров города приняли участие в музыкальном флешмобе, посвященном Дню независимости. К нему ученики готовились больше месяца. На домбре я играю больше 2 лет и очень люблю этот инструмент. К нашему флешмобу мы готовились месяц. Конечно, немного сложно играть в ансамбле, ведь все зависит не только от тебя, но и от других музыкантов. Кто-то из ребят играет уже давно, другие освоили музыкальный инструмент специально для этого флешмоба. Луиза Арипханова целый месяц училась играть на сассырнае, древнем казахском духовом музыкальном инструменте. К этому флешмобу мы готовились больше месяца, причем очень упорно. Мы каждый вечер после уроков оставались, ученики, в актовом зале. Все дружненько садились, готовились, друг другу помогали, где что-то у кого не получалось. Лично я играю на сассырнае. Ради этого, ансамбля я научилась игре на нем. Мне очень хотелось участвовать на этом флешмобе. В репертуаре школьников сегодня такие известные казахские произведения, как «Сарыарка», «Еркесалхам» и «Балбараон». Такой флешмоб одновременно провели в 20 Назарбаев интеллектуальных школах по всему Казахстану. Вот во всех городах Казахстана, во всех крупных торговых развлекательных центрах одновременно сейчас играет вот «Куй Балбараон». Ну, этим самым мы хотим поздравить весь народ Казахстана с нашей независимостью. Празднование 25-летия независимости продолжается. Разнообразные флешмобы будут радовать шымкентцев до самого наступления праздников.